Еженедельно на территории Серпуховского региона проходят рейды, цель которых – выявление несовершеннолетних скутеристов. 15-летний водитель из поселка Мирный был задержан сотрудниками мотобатальона. Что грозит юному водителю скутера? В нашем сюжете. Начинается рейд с профилактической беседы. Инспекторы отдела пропаганды ГИБДД информируют жителей и просят сообщать, если в их дворе за руль сядет несовершеннолетний. Все вы гуляете в летний период времени. И скутера зачастую появляются в вашем дворе, в соседних дворах. Если есть такая возможность, да, есть вероятность увидеть такого вот несовершеннолетнего скутериста, необходимо сообщить в органы государственной власти. После от слов к действиям в экипаже 4 мотоцикла и автомобиль. Данное мероприятие у нас проводится еженедельно в Серпухове. Направлено именно на предупреждение совершения административных правонарушений несовершеннолетними водителями мотоскутеров и водителями мототехники. В ходе рейда удалось задержать 15-летнего водителя. Напомним, что согласно действующему законодательству, управлять скутерами, мотоциклами и квадроциклами могут люди, достигшие 16 лет и имеющие водительское удостоверение категории М или А1. Теперь молодому человеку грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Если вы увидели несовершеннолетнего за рулем любого транспортного средства, сообщите об этом по телефону 72 28 33.